Всем всех приветствую. Я сейчас нахожусь в аэропорту Берлина Тегель. Это аэропорт бывшего западного Берлина. Вот сейчас я полечу в Москву и оттуда в Казань. Вот. И 22 числа мы с вами увидимся в креативной зоне Шпинат на моем органном концерте. Я выступлю на электронном органе фирмы Roland, если не ошибаюсь, на котором я уже неоднократно выступал, и буду рад выступить там снова. В этот раз будет звучать в основном старинная музыка, музыка эпохи барокко, 17-18 век, и будут представлены разные композиторы разных европейских стран. Будет музыка Германии, Австрии, Италии и, надеюсь, Нидерландов и Англии. Может быть, что-то еще. Так что до встречи в эту пятницу в креативной зоне Шпинат. Всем пока!